Так, о, появился, да? Не пойму, есть стрим, нет стрима, ничего не пойму. А, вот, вот, все, появился, да? Это какое-то блядское место, нахуй, связи нет. Понастроили залуп, ебаный. Фу, творожков подзалупных понастроили. Ни интернета, ни параши. Туда ехали есть, назад едем нету. Ну что это за выблючина? Так, ладно, сколько там вышло за заказы, давайте посмотрим. Че, я тут? Нет? Алло, 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 алло. Так, итого 76 километров, 18 заказов. 0 чаевых электронных и 3 650. Два последних заказа было 219-160. Алло, вы тут? Вот же, блядина ебливая, рот я ебал, нахуй. Блядь, а ну что ты, сука, блядь. Нахуй лови. Где этот интернет выблюдский? Сука. Какой блядский интернет? Просто конч. Во, вот так получилось. Я выложу в ТГ, если шо. А, надо на экране написать же, да? Два меладзе в домике, хорош. Пипец, с этими блядскими холодами наушники разряжаются. Два пауэрбанка разрядились, все поразряжалось. 18% на этом телефоне, 25% на этом телефоне. Сука, тепла, блядь, дайте, меня уже заебала эта погода выблюдская, нахуй. Руки нахуй ты не чувствуешь, блядь. Пауэрбанки нахуй разряжаются. Вот выблядство, а не погода. Где-то тепло уже. Сколько же можно ждать тепла? Бля, холод да холод нахуй. Юга нахуй. Дайте тепла, блядь. Тепла, блядь, дайте. Заебался я по холодам ездить уже, ебаный рот. Так, я все, больше ни одного мата не услышите от меня, честное слово. Все, ни одного мата больше не будет. Простите, пожалуйста, дорогие зрители. Я дико извиняюсь. О, 6 человек. Ну, вот у меня сейчас 6 зрителей. Смотрите, я помню... Так у меня всегда и было, когда я начинал стримить, было где-то 2-6 человек. Возвращаемся в старые добрые времена. Алло, а я вообще тут или нет? Ребят. Не буду я летом... Кто клоун? Кто это пишет? Сейчас найду. Кто пишет? Дайте тепла мне, дайте тепла. Алло, алло, вы тут... База, база, ответьте. Алло, прием, база. База курьеров, база. Еду на базу, база. А, блин, блин. Да, домой. Ой, я неправильно поехал, надо было ехать без светофоров по улице. Ну ладно. Алло, база, база, алло. Ой. База на связи? Все, на связи, слава богу. Домой, да. Да почему с позором? Еще постримим. С каким позором вы что? Мы еще покатаемся с вами. Настроение вам поподнимаю. Анекдоты какие-нибудь, байки потравлю. Шел как-то один курьер. Купались как-то два курьера в бассейне. И один у другого спрашивает. А, ладно, да плохая шутка, я понял. Как-то два курьера купались в бассейне. Другой одного спрашивает: братан, а ты чей заказ плавает? Ой, не знаю, наверное, мой. Ладно, плохая шутка, знаю. Не смешная, не смешная. Ой. Не смешно, я согласен. Вообще не смешно. Какая пропаганда курьеров? Работа в доставке. Пропаганда, чтобы устраиваться и не тунеядничать. Тунеядству скажем нет, курьерской работе и заказам скажем да. Да. Ура!
Ура! Яндекс.Еда! Ура! Вот так, только так, если только так. О, вы что, Франции? Ламур, Жатур, Ламур, Ламур, Жатур, Ламур, Жатур. Я просто не знаю французский, но башня красивая. Башня прям очень красивая. Как это? Очень красивая. Спасибо за просмотр, спасибо. Где учился? Ага. О, авария. Братан приехал. Там девочка сидит. Может, ей надо сказать? А, ладно, не будет. Хотя можно было и помочь, в принципе, как будто бы, нет? Ну, как будто бы, да. Ладно, в пизду поехать. Не хочу никому помогать. Хотя, может... Не, на. В смысле, а чем я ей помогу? Ну, типа, на аварийке надо было к бордюру ее прижать, помочь. Какое активное, осуждаю. Как это, активное, классное, на свежем воздухе катаюсь, стримлюсь, общаюсь. Вообще время прекрасно с вами припровожу. В техникуме курьеров я учился, офигенный техникум курьерского ремесла. Всем рекомендую, по моей ссылочке в описании устраиваемся, становимся курьерами и самыми счастливыми людьми на свете. Е-е. Через 10 лет? Не знаю. Я этот. Какой кинооператор? Нет, конечно. Оператор установки в кинотеатре. За бобинами следить, за старыми. Я домой отдыхать еду уже. Я наработался. Прям с кайфом. Ну как с кайфом? Хотелось бы получше. Но будет лучше. Я слоты наберу нормальные плановые в субботу. И будут нормальные на следующей неделе заработки. А пока только 8-9 будут нормальные заработки. Потому что этот будет... Потому что этот будет. Нормальные кэфики плюс 1,9. Что, курьер или водитель? Не знаю даже. Не, не 18 плюс. Что завтра? Завтра с 9 так же, да. А я всегда с 9 выхожу. С 8 неудачно выходить. Часто заказов нет с 8 до 9. С 9 самый сок начинается. Летом мы поедем путешествовать. Летом я в основном не работаю. Ну, стараюсь. Летом, конечно, похуже. Там ни кэсиков нет нормальных, ни доплаты нет нормальной. Летом, конечно, настоятельно летом рекомендую отдыхать. Никуда не ездить. Во-первых, жарко. Во-вторых, конечно же, это... Ну, короче, лучше работать с сентября по май, даже по апрель. У меня нет интернета домашнего, поэтому я бы... Может, и хотел бы что-то по играм запустить, но, к сожалению, кто-то соскучились? Как соскучились? Я ж тут, в смысле. Я тут с утра. Как ты мог соскучиться? Не, я игры не стримлю, это бессмысленно. На играх ничего не добьешься на Твиче, это первое. Второе, игры будут только когда-нибудь, когда у меня уже будет нормальный огромный онлайн, куча зрителей, чтобы хоть кто-то приходил на эти великолепные игры. А так-то нет смысла стримить. Игры — это фигня. В минус, морозы минус 30, тогда лучше не работать, да. Минимальное количество заказов? Минимальное количество заказов? Нет, в Ростове такого нет, заказы всегда есть. 120 рублей в час платят минималку, это, ну, это типа полная хуета. И ты никогда минималку не получишь, слишком много заказов, поэтому ты всегда ее перебьешь. 45 до 80 – нормальная тема. Устраивать? Почему устраивать? Просто нет смысла в этом. Потому что я прихожу, я выжат как овощ, я включаю ютубчик, смотрю ютуб, начинаю кушать, потом засыпаю от того, что калории в голову бьют. Выключаю ютубчик, ложусь в кровать, засыпаю и просыпаюсь в 8 утра. Мне просто не до игр, я работаю постоянно. Но если кто-то хочет вдруг выкупить такой стрим, я ради вас уфаю работу. Мы целый день либо проходим игру, либо лазим по помойкам, что-нибудь находим. Так что имейте в виду, можно выкупить стрим. А пока, к сожалению, только работа. Увы и ах. Выбора нет, поэтому... Цена... Блин.
Ну, не дядь Жора, просто нужен какой-то спонсор. Кому какой контент нужен? Вы напишите, какой вам контент нужен. Я вам скажу, сколько это будет стоить. Кормилица? Сколько помоечки стоят, чтобы завтра полутать помоечки? Дай подумать. 3000. Я иду по помойкам, лазю для вас. Опа. Оля, вместе мы с Сила. Реклама. На какую бутылку? На помоечки, кормилечки. Какие помойки? О, какие бутылки, Напса? Ты что, гонишь? Какие бутылки? Где ты видел бутылку? Сумка выдается бесплатно, если ты в Яндексе доустраиваешься. По моей ревке в описании. И форму выдают бесплатно. А что это за ноль? Я впервые знак такой вижу. Вот этот знак, видите? Машина на перекрестке, стоп. Что это значит, интересно? В смысле, 3000 это много, по-твоему? Ну, значит, не будет помоек. Что это за знак, ребят? Впервые вижу такой знак. Машина на перекрестке. А что он означает, я что-то не понимаю. Ну, это разметка, вот мы по ней сейчас едем. Ну, я не понимаю, типа стоять? Видимо... Да какие пешеходы, нет. Какие пешеходы на авто. Вафельная. А, нельзя стоять, все, я понял, да. Камеры фиксируют и штраф приходит, да. Я понял, стоять нельзя, да, все, я понял. Наверное, это и значит. Либо значит, что нельзя ехать, пока все не закончат движение по вафле. Раньше бесплатно ходил, потому что у меня не было работы. Если вы хотите, чтобы я лутал помойку, предлагайте свою сумму, пока я домой еду. Могу завтра утром. Кто первый предложит донат свой, если я соглашусь, пойду завтра вам утром, полутаю помойки ради вас. Так что не стесняйтесь, предлагайте цены. Если кому-то это надо, такой стрим. Базару ноль. Сделаем по красоте. Дороги говна. Ой, господи, блядь. Какие дороги уебищные в Ростове. Я еду и думаю, что сейчас все, упаду. Ужас. Ужас. В смысле бесплатно? Ну, я и стримлю постоянно. Я-то не стримлю помойки не потому, что мне не хочется или мне жалко, а потому что надо въебывать. Надо помочь. Ну, кредит, ладно, я закрою сейчас. Надо помочь матери с ремонтом. Надо летом поехать куда-то путешествовать с любимой. Как бы думать о будущем. Понятное дело, что я бы с удовольствием вообще бы и помойки лутал бы, и не работал бы. Ну, к сожалению, я не могу это себе позволить, потому что, блядь, ну, я не зарабатываю 10 тысяч в день. Это если 50-ку в день зарабатывал, мне бы вообще насрать было бы. Мне бы насрать было на вообще на все. Я бы мог постоянно бы стримить все, что хочу. И игры, и помойки, и барахолки, и работу, и путешествия разного рода. Ребят, ну я же не миллионер. Я, к сожалению, попутешествовать по помойкам? Да, ну я-то могу, допустим, но не все же могут. Такое. Короче, если между нами, то, блин, были бы заработки адекватные, я бы, может, и мог бы стримить все, что хочу. И больше помоечкам уделял время. Да не, ну какие помойки с любимой? Ну что за бред? Наказание. Тысяча рублей, нормально, нормально. Напса, не надо выезжать. Правильно, правильно. Красава. Правильный штраф. А то постоянно выезжают. Донат. А что, донат был разве? Так, у меня разрядился наушник, сейчас, секунду. Не, на какой?
чтобы я стримил эти, работу в доставку, работу на машине, типа в такси какой-нибудь. Ну это муть полная. Там уже куча стримеров, таксистов. Зачем я нужен там? Это неинтересно. Чуть-чуть донат. Не было доната, братан, не было. А, было, да. Выкупить стрим. Ой, да это много. Не, ну это много. Мишка, спасибо огромное за донат. Да ну, каких 50? Не. Стрим с помойками, ну дай бог 3000. 3% заряда, я только сейчас увидел. Черт. 3% заряда, у меня все разрядилось. У меня, короче, разрядилось. Спасибо, Мишка, родной, спасибо, дай гостя тебе здоровья. У меня разрядился наушник, у меня почти садится рабочий телефон. У меня 3% на стриме. У меня 2 пауэрбанка за сегодня села. Смена пробная. Не, ну это фигня. Пипец, я даже читать, я не могу вас читать. Ой, бля, ну вот я же говорю, Дерек, ой, бля, все разрядилось. Так реально разрядилось все, блин, надо что делать. Что же делать, 3%, черт. Блин, какая сидуха неудобная. Ну, опять люк спиздили под алкашку. Ой, люди, какое такси, зачем ему возить? Да, возить непонятно кого. Примерно тоже и по деньгам, вот именно. Куда-то... Да сейчас заряжусь, я уже дома буду заряжусь, я же уже домой еду. Фух, так, рейд, Танюша Пиджин. Давайте Танюше Пиджин рейд дадим. Ей приятно будет. Два процента, все, пизда, сейчас разряжусь. А слот до скольки? До 8 был, до 8. Все, ребятушки, всем спасибо, кто был. Я лагаю, наверное, у вас сильно. Спасибо, ребят, за вашу поддержку. Обожаю вас всех. Завтра опять увидимся с 9. Танюше привет от меня. Ну, в общем, что, я пошел тогда. Завтра, ну, как всегда, да, с 9 плюс-минус еще столько же будет. Завтра, может, 10 часов поработаем, может, 11. Как погода будет, как все остальное. Ребятушки, рад был всех видеть. Отличного всем вечера. Иван Легенда. Спасибо, брат. А ты легендарный зритель. Спасибо всем за вашу поддержку. За ваше внимание. Ничего не бойтесь и кайфуйте. Жизнь одна. Это в первую очередь. Ну и самое главное. Что самое главное? Берегите себя и близких. И до новых встреч. До новых встреч. Бабушка что-то лутает на помоечке. Что там интересное выкинули. Так, ладно, что-то я засмотрелся на помойку опять. 1%. Все, погнали. А так он велотряжается. Так нельзя. Все, погнали. Начать рейд.